Сегодня мы попробуем спасти нашего друга Ричи. Мяу-мяу, босс, и это еще одна серия по Dude the Force. И нет, следующая серия не будет выходить через 4 года, опять же. Итак, для начала, что нам нужно сделать, это поехать в тюрьму, познакомиться с Ричи, что он там вообще делает. Вот она, наша старая добрая тюряга, в которой я бомбанул вот этих полицейских. Помню, было дело на канале. Посмотрите видеоролик. Как я говорю, да? Видеоролик. Этот видосик будет, наверное, довольно длинный, так что сразу подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Да, мы сейчас будем спасать очень долго Итак, этого чувака. Итак, вот он, 404-707, Ричи. Опа, катсцена. Вот это сальтуха. Ничего, он запаркурил. Ой, Ричи, здорово. Переводи. Буду попробую переводить, если получится у меня. Так, смотрите, вот они с каким-то чуваком грабят банк, и они сбежали оттуда. Короче, они с Кириллом, этого чувака зовут Кирилл, они да, грабанули банк. Они ломятся, непонятно у почему. У них сперли колеса, смотри. Колеса с тачки увели. Смотри. У грабителей украли колеса, это смешно. Еще смотри, он на такси угнал. Черт, яйкс. Что делать? Что делать, непонятно. Главное встать в красивую позу. Найс, байк. Я помню этот момент в GTA Vice City. Едет байк, как удачно. Стой, я возьму этот байк. Опа. Не поняла, где мой байк. Короче, грабанули они чувака. Угнали байк, типа. Вот это скорость. Нифига себе, с такой скоростью машины полицейские гоняют старые. Класс. Офигенно. Вот сейчас будет прикольный момент, зацени. Воу, это прям блокбастер какой-то. Вот, смотри. Воу. И нифига Кирилл модный. Воу, вот это катсцена, вот это могут, вот это красота. А Ричи просто оставили в сторонке. Бедный Ричи. Ай, деньги сыпятся с вертолета. Капец, блин, его тут уже поджидают копы. Короче, его повязали. Да. Его повязали, а Кирилл свалил. Да, ой. Ай, стоять. Все, тебе кирдык. Все. You are busted. А что это наш лежал? Странно. Че он флекс? Короче, может быть из-за того, что мы играем на ломаной версии, из-за этого у нас текста нет. Но суть в том, что он говорит, что, блин, чувак. Они так долго не виделись, и ему нужно, чтобы... этот вот чувак Джек спас Ричи. Окей, этим мы сейчас и займемся. Итак, нам нужно поехать к Кириллу, да. Поговорить с Кириллом. Кстати, они пишут Кирилл с одной L. Да, это интересно. Неправильно, по-русски неправильно. Так, где-то наша... Вот она, наша Лада Приора. Наш звездолет. Почему это вдруг Приорой стало? Приора, блин, едет со скоростью 400 км в час под окнами. Итак, вот там уже видно нашу метку. И вот мы приехали, и давайте поговорим с ним. Давай. О, привет, Джек. Я слышал о тебе. Полиция все время говорит о каком, насколько ты для них заноза в заднице. Как ты все время делаешь что-нибудь такое тупое, и все время тебе удается уйти от полиции? Так это Ричи отправил тебя поговорить со мной, да? Однажды я пытался вытащить его из тюрьмы, но полиция меня спалила, и я кое-как убежал. Но я забыл там свою машину. Я думал насчет того, как я могу вытащить его оттуда, и у меня есть определенный план. Я расскажу тебе про него, но сначала притащишь мою тачку сюда, она за полицейским участком. Окей, это та самая тачка, если что, с номерами Слав. Итак, садимся в нашу DeLorean. Пусть будет DeLorean, то Приора, то DeLorean, тебя не поймешь. И едем за полицейскую станцию. Кстати, тут есть еще, вроде, если я не ошибаюсь, один чит-код за этой станцией. Да, вот он, это Мунграф, если что. Мунграф, да, мы уже его вводили когда-то. Итак, вот она тачка с номерами Слав. Ну и все, что нам осталось сделать, это пока что доехать до Кирилла. Дальше миссии будут, мне кажется, пожестче. И, кстати, разработчики наконец-то добавили такую фишку, что мы можем сбивать деревья, наконец. Стой. Чего? Мне кажется, или мне это показалось, или там реально был монстр... Это монстр трак? Разработчики, ну ваша фантазия просто вообще офигенная. Итак, опять трамплин. Интересно, смогу ли я на нем сейчас прыгнуть? Ну-ка. И о-о-о, еще и с поворотом, переворотом. Пойдет. На крышу, блин. На крышу. Так, миссия выполнена. Так. Это пока что самое легкое. Так, дальше. Мне музыка очень нравится.
Спасибо за тачку, это было быстро, чувак. Но я ставлю на то, что ты не сможешь побить мой рекорд по треку вокруг города. Я здесь самый быстрый водитель. Я настолько быстрый, что они звали меня Саник, скоростной гопник. Почему бы тебе не попробовать? Если ты выиграешь, я дам тебе 500 баксов. Так. 3, 2, 1, все, погнали. Я надеюсь, у тебя получится, поехали, я в тебя верю. Короче, суть в том, что нам на этой трассе надо проходить через эти чекпоинты. Главное здесь выбрать правильный маршрут и не накосячить. Сверху стрелка нам показывает, куда ехать. Надеюсь, у Димона получится с первого раза, и нам не придется переснимать это 10 тысяч раз. Так, ничего, немного занесло. Сверху идет таймер, 100 секунд у нас еще есть. 100 секунд, так, на трамплин, сейчас. Нет. А, нет, не на трамплин. Ничего, накосячили, тут можно, да, не тросик. Ничего, Димон сосредоточен. А, блин, ненавижу прямо в столб. Вот эти столбы. Прям в столб, это плохо. 90 секунд, ну ничего, я надеюсь, у нас получится, нам времени хватит. Так, налево. Это, короче, тише едешь, дальше будешь. Здесь гнать, нет, наверное, не надо, и тогда получится. Так, через мост. Ну, здесь наоборот как-то, мне кажется. Чё там, мазафака, давай. Так, 70 секунд. Я, если честно, не представляю маршрут весь, сколько нам еще ехать. Надеюсь, времени вот, не хватит. Вот эта прямая как раз та самая. Здесь можно разогнаться. Ты не взял чекпоинт. Бесит. Разворот. Блин, с таким разворотом интересно. Прикинь, если ты пройдешь с таким разворотом, с таким косяком. Так, налево. Управление очень сложное. Но ну ничего. Да, особенно тут еще иногда можно в мосту забагаться. Да, это бесит. Кстати, играем мы на эмуляторе. На эмуляторе немножко сложнее, чем на телефоне. Хотя. Наоборот, кажется... я пробовал на телефоне играть, и на телефоне как раз таки сложнее, потому что здесь управление проще. И ага. Таким образом. Не, трамплин лучше не буду, потому да, что я. Да, потому могу... что машина перевернется. Да, вот так вот. Во! Так, 20. Все, мы выиграли. 18. Мы выиграли. Давай. Мы выиграли. Я в тебя верил. Я же говорил, что ты сможешь. Так, отлично. Окей, миссия пройдена. О, чувак, это было хорошо. Как ты это сделал? Ну, в любом случае, вот наш план. Короче, пока я пытался освободить Ричи, я обратил внимание на то, что вся тюрьма контролируется Dudenet. Это типа через интернет. И это можно взломать. У меня есть определенные хакерские штучки, так что мне понадобится для этого три вещи. Хакинг-девайс, ну девайс, который мы будем взламывать сеть, который я видел недалеко у полицейского участка. Электронный чип, который я видел в пустыне неподалеку от фабрики. И USB-драйв, который ты можешь найти где-то у офицеров. А, в офисах, извините. Ну а теперь иди, Ричи нас уже заждался, давай, собери мне все это, окей. Окей, если что, я знаю, где все эти места находятся, поэтому... Отлично. Нам осталось... Погоди, у меня есть идея. Я же вам показывал тот чит-код. Тот сам. Ой, хей, Текси. И сразу тачка появляется. Отлично, правда, тачка так себе. Но, по крайней мере, не придется искать ее где-нибудь бегать вокруг. Да, но зато, когда мы приедем на первую локацию, там вот как раз-таки будет хорошая машина, очень быстрая. Итак, вот первая локация. Это что у нас? Это офис или что? Это офис, да, это офис. Вот она. Это USB. Итак, мы собрали красную USB-шку. USB-шечка у нас в кармане, отлично. Следующая наша точка — это полицейский участок. Сейчас, ну вот сейчас на меня реально манится прокатиться на том монстр-траке, вот он. Интересно, а можно его взять? Да, его можно взять. Так, а ну-ка. Z, погнали! Все, едем тупо на монстр-траке. Итак, вот он, этот полицейский участок. Итак, заходим в него, и нам нужно сейчас взять вроде хакерскую штуку. Я надеюсь, копы не будут тебя преследовать, давай. Вот. Отлично. Это какой-то просто как телефон, что-то такое, или как рация. Это хакерская штука. Хорошо, будем называть ее хакерская штука. Вот, ну и последняя вот эта штука, третья, это у нас материнская плата, которая находится в пустыне. Жестко мы прилетели. Хорош. Грузовик, свали. Ладно, я думаю, это была последняя встреча с нашим монстр-траком. Ну да, жаль его оставлять здесь, но ничего страшного. Так, ты пешком будешь искать? Да, вот. Она где-то вот здесь находится. Давай. Вот она. Вот она, отлично. Быстро, это было быстро. Миссия пройдена, отлично. Все запомнили. Теперь
мы уже подъезжаем к Кириллу, да. Сейчас отдадим ему все эти штучки. Да. Так, выходим из машины и погнали. Воу, ты нашел их все. А теперь давай посмотрим, смогу ли я это все дело провернуть. Это лучше тебе озвучить. А, ну все, держи, вот оно, готово. Я построил эту штуку для взлома. Упси-дупси. У нее нету супер-супер перезаряженных ядерных батареек. Да, это требует специальные батарейки. Я могу их найти, но мне нужно $3000 за них. Иди, и когда вернешься, чтобы у тебя были эти бабки, и тогда я смогу купить себе эти батарейки. Ну а теперь иди и возвращайся с деньгами, чувак. А у меня деньги есть. Деньги у нас есть? Миссия выполнена. Отлично. Очень-очень сложно было. Очень. Отлично, чувак, ты принес деньги. А теперь мы можем получить супер-пупер-ультра-мега-пупер термоядерные батарейки. Я позвоню своему супер-заряженному перезаряженному чуваку, который торгует супер перезаряженными батарейками. Он мне сказал, что эти батарейки супер мега нереально заряженные продаются в Dude Mart. Иди, короче, в чувака Mart и принеси мне батарейки. Окей, хорошо, сейчас мы сядем в нашу Ладу Приору. Лада седан. Короче, баклажан. Да, едем в Mart. А ты заметил, что тут стоит Биг Бен, хотя это вроде Америка? Да, это странно. Итак, мы уже подъезжаем к Dude Mart. Вон, с арбузом. Да, на тебе, ламба, чё ж ты лезешь-то прям под колеса? Меня еще там две тачки подбили. Вот он, Dude Mart. Dude Mart. Уии! Чувака Mart. Что? Упси, это что было? Мне теперь надо будет еще сбежать от полиции. Ты прям на машине заехал в Mart, прикольно. Так, батареечки есть, миссия выполнена. Отлично. Все, я еще плюс потерял копов. Это лучший прыжок в Dude Mart! Кириллу дом разнесешь, он обидится на тебя. Да! Да, такая машина! Да! Так, ты притащил батарейки, отлично! А, давай-ка включим эту штуку, я попробую взломать сеть. О, нет! Я случайно взломал Hey Gang, и теперь они приближаются. Можешь ли ты пойти туда и разобраться с ними, чтобы они не испортили нам все планы? Давай быстрее, поторопись. Так. Такой Кирилл этот вообще подонок, отправляет нас на грязную работу. Так, погоди, мне нужно писать день, во-первых, а во-вторых, мне нужно прикупить РПГ и машингана. Точно, нам нужна оружка, у нас куча бабла, почему бы нам не купить нормальное оружие? Это оружейка, для тех, кто не знает, находится прямо вот рядом с шоссе. Да, это именно синяя оружейка, в которой продается машинган и рокет-лаунчер. Да. Рекламируют там пончики. Там пончики. Там пончики. Жесть. Какая жесть. Итак, вот возле заправки находится это... оружие, да, прям вот прям прикольно такое, прям возле заправочки можно еще и оружку прикупить и ограбить. Вообще, заехал заправиться, купил себе бутер и купил себе машинган, вообще нормально. Так, о, здорово, здорово. Мне сначала показалось, что это Санта-Клаус был какой-то. Так, покупаем рокет-лаунчер, покупаем машинган и покупаем вот это. Эйрхорн, интересно, как он работает, о, снайперка. И вот это. Покупаем все. И даже Трампи, я хочу посмотреть, как это Подожди, работает. Подожди, патроны. Ага. Опа! Посмотри на количество патронов. Я начал хочу попробовать сделать. Ничего его снесло. Смотри, он прям сквозь стену пробежал от такого звука. Я хочу еще раз. Мне понравилось, если честно, сейчас, пока он не видит. Окей, теперь едем разбираться с бандой. У нас оружие, полные карманы. Хей, это же вроде пшеница. Дубер, бубер. Здесь офис самого Дубера. Он же Убер. Вот, мы приехали к ним. Где, банда здесь? Да, вон он. Ну, надо какое-то оружие массового поражения. Ну, слушай, может из... я имел в виду, что может быть со снайперки. Короче. Рокет-лаунчер, короче. Или вон тот машинган. Короче, идите в баню. На. Идите его в баню, короче. Ты. Всё? Vanished? Да. Вы куда? Вы куда разбегаете? Стойте, я не могу в вас попасть. Вон он. Вон на меня бежит. Тихо.
А-а-а! Это что было? Я сам себя подорвал. Тихо, смотри по сторонам. Они по мне стреляют! Не торопись, не торопись, спокойно. Вон они, да-да-да-да-да. Целая толпа. Давай, чуть выше стреляй. Во! Все, нам осталось дело за малым. Там парочка миссий осталось выполнить, и все, и мы получим Ричи. Отлично. Как ты прикольно все время приезжаешь к Кириллу. Да. Мне нравится. А вы это? Да, и такая машина приезжает. Это было очень напряженно, чувак, йоу. Если честно, это были очень крутые чуваки, но ты им преподал урок. Мне нужен точный номер камеры, в которой сидит наш чувак. Прямо над дверью в камеру этот номер есть. Давай, сгоняй, получи этот номер. Короче, нам нужно сфоткать номер камеры, в которой он сидит. Это самая легкая миссия в игре вообще. Опа, таксишка. О, такси, сейчас вот поедем она. Под музыку. Вот, я уже думал, что я ее потерял. А она тебя ждет. Она просто твой козырь. И, кстати, пока мы едем, я хочу вам напомнить, что у нас есть Дискорд-канал, а также наш собственный мерчик. Так что все это будет по ссылке в описании. Обязательно заходите на наш Дискорд-сервер. Там уже нормально участников, разные приколюшки у нас там есть. Так что заходите, ждем вас в Дискорде. Ссылка есть под видео, обязательно заходите. Ну, а тем временем я опять врезался в столб и подъехал к полицейскому участку. Ну, без этого никак. Без того, чтобы не врезаться в столб. Так, все, поехали. Так. Пожалуйста, я надеюсь, я его еще раз где-нибудь найду. Так. Ага, нам нужно вот сюда. Так, вон, 404, 707. Да, но нам надо сфоткать. Точнее, знаешь, как правильно? Ошибка 707. Так. Смотрите, вот сейчас возьмем камера, переворачиваем и фоткаем. Так, mission complete. Супер. И теперь нам нужно обратно возвращаться к Кириллу. Да, и сейчас будет самое жесткое. Нам нужно будет удрать от полиции. Самое интересное, мне что нравится, что ты можешь спокойно, любой чел может спокойно зайти в тюрьму, подойти к камере, посмотреть на заключенного. Это, конечно, фантастика. Это вообще офигенно. Итак, смотри, сейчас будет самое прикольное. Я видел фото, чувак, которое ты мне отправил через дюд-чат. Это 404-707. Короче, когда ты пошел в полицейский участок, приходил какой-то полисмен и искал чувака, который побил тех чуваков из банды. Я думаю, что те чуваки из банды рассказали полиции про то, что случилось. Я хотел сказать, что это перед тем, как будет жестко. Сначала нам нужно выполнить еще одну маленькую миссию, и потом уже начнется жесткое. Да, он как раз про это и говорит, что есть небольшая работенка водителем такси недалеко от парка. Ты должен стать водителем Uber и показать полиции, что ты просто крутой водила и ничего более. А совсем не тот, кто завалил всю банду чуваков. Иди поработай водителем такси и доставь 3 человек на их точку назначения. Так, ага, так, нам нужно то есть довести 3 человек, отлично. Да, нам нужно довести 3 человек, причем подряд никого сейчас не пропустим. Сейчас опять вот здесь будет таксишка стоять. Если она будет здесь стоять, это будет просто удача, но ее здесь нету, так что тебе придется поискать. Она же туда улетела. Отлично, нам нужно отвести всего лишь 3, но ошибаться здесь, если что, можно иногда. Вон, я вижу пассажира. Так, берем. С иракезом. Давай. Давай, ты это сделаешь. Давай. А, ну это легко. Это легко. А что ты пешком не можешь дойти, чувак? Тут ехать-то реально 200 метров, блин. Пешком бы быстрее дошел. Unbelievable, невероятно. Come on, you can do it. Давай, ты можешь, поехали. Все, 30... О, это будет далеко, Димон. Соберись. Сейчас на мосту главное не вниз затупить. И, конечно же, ты затупил на мосте. Все, едем тупо на всех скоростях. Нет, ты сейчас врежешься, тут же не видно, куда ты едешь. Говорил же! Это было быстро. Это какой-то майнкрафтер или что, у него пакет на голове? У него пакет на голове. Да, я выполнил миссию! Все, нам осталось... Блин, как я в дрит зашел сейчас. Да, нам осталось самое сложное. А ты говорил, миссия. Что я не пройду. Вот мой чувак! Дубер. Мой дюбер, дюд. Ну, мой водила, короче. Каждый чувак в этом городе говорит о том, какой ты крутой водила. Ты точно будешь очень богат. Бра. Ну, а теперь я попробую взломать систему, итак. Погоди. Опа, смотри. Сейчас будет самое топовое. Так. И... Так, он что-то взламывает. Взлом-хак продолжается, давай. Мы на заднем фоне стоим, нервничаем.
Ну-ка, ждем. Ричи, давай. Собери. Как он что-то там взламывает? Ну давай. Ое, мы открыли камеру. Флексит. Флекс? Да, мы это сделали. Флекс из 2018 года. Пошли. Так, что теперь-то? Типа он говорит, что, ну, возможно, нам надо его как-то освободить, типа... Смотри! Переключаемся, как в GTA 5, зацени. Помнишь это? Да, прикольно. Реально, как в GTA 5, да, переключается да. камера? Мы играем за Ричи. Наконец-то. И теперь нам нужно спастись. Быстрей. Подожди, а оружка у тебя есть или ее купить надо? Go home. Что это было? Стреляют по тебе, что это было? Да, оружка есть. Не беги прям на них, беги в сторону. Я в них стреляю! Бери оружку нормальную. По мне вертик стреляет! А вертик как раз таки надо с этого стрелять. С рокет лаунчера. Да все, ты пока переключаешься, тебя убьют. Ай, блин! Давай, давай. Почему здесь бежать нельзя? Блин, это тупая игра. Почему здесь нельзя бежать? На! Есть, подорвали! Только под себя не стрельни, Димон, осторожно, у тебя очень мало жизни. Очень мало жизни, меняй оружие, а то ты сейчас себя... Подбил. Еее, давай так же с этими разберись. Вот с этими, да. Я со сватом. Нате вам, козлы. Вертушка, вертушка, вертушка. Где? Вот над тобой, да. Давай. Еее, и чувак бежит к тебе. На. Так, сейчас будет эскейпинг. Эскейпинг. Так, давай. Я придумал, можно прыгнуть под мост. Ты думаешь, это поможет? Да, они нас там не найдут, наверное. Давай, давай, беги. Или же нет. Беги, главное. Так, у нас происходит эскейпинг, пока Димон сидит в воде. Блин! А, тебя спалила. Вертушка, вертушка, вертушка. Вертушка спалила, блин, дурацкая. На Всё. Тебе. Дурацкая вертушка, реально. Блин, они бесят, это реально сложная миссия. Это очень это сложная самая миссия. Самая сложная миссия в этой игре. Да сдохни. Вертушка, так я говорю, а в лодку ты можешь запрыгнуть? Нет. Вот именно, что я не могу... Вертолет сбивай. Да я хотя бы машину пытаюсь сбить. Но вертолет-то опасней. Так машина меня может сбить, я зарегдолюсь так на несколько минут, и они меня убьют. Еще вертушка. Эскейпинг, 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 эскейпинг. И? Да! Да, наконец-то, блин, а ты говорил, не пройдешь. Да ё-моё, это же жесть. Вы видели, сколько было копов? Да, вот я не понимаю, как возможно это вот пройти. Вот нафига столько было копов ставить? Я это проходил, не знаю, наверное, полчаса. Да, мы смогли это пройти. Это было очень сложно. Мы потратили очень много ревайвов. И обязательно, кстати, при этой миссии пользуйтесь РПГшками и всякими снайперками. Да, РПГ очень сильно спасает. Да, так, и ну теперь... что, посмотрим. Дикий флекс. Ое, вот это колбаса. Да. Все, вся банда снова в сборе. Итак, мы прошли с вами миссию Ричи, и давайте же посмотрим теперь на его дом. Итак, смотрите, тут у него, я уже вижу, есть приставка, телек и вот такой джойстик небольшой, похожий от Дэнди. Ну да, это реально, ну, Nintendo, да. Ну да. Также тут есть вот такая сохранялочка, которая летает в воздухе, и вот такая кроватка. О, смотри, у него тут еще телевизор есть перед кроватки. Слушай, ну Ричи, по-моему, живет побогаче, чем ты. Ну это типа Ричи, это по сути основано на Майкле из GTA 5, он тоже был богатый. Ну а на этом на сегодня все. Мы спасли Ричи из тюрьмы, и всем пока! Пока-пока!